Первым делом здесь у нас имеется штуцер, который идет, тормозной шланг. Берем его, отворачиваем. Ключ нам понадобится разрезной, или по-другому его называют ключ для штуцеров. Заводим на трубку, поднимаем на гайку. Здесь, кстати, ключом я на 11 отворачиваю. И по часовой стрелке, как у нас идут часики. Так, и отворачиваем. Вместе с гайкой у нас проворачивается и сама трубка. Трубку я решил целиком поменять, так как у меня ситуация, что здесь второй штуцер, который идет на тормозной цилиндр, у него грани полностью все слизаны. То есть вот эту вот трубку, которая идет по спирали, ее полностью всю под замену. Можно было ее спокойно, конечно, и отрезать. Ну вот, собственно, сам штуцер. Оказывается, штуцера тоже различаются в зависимости от того, какая идет у нас трубка тормозная. Здесь идет с наружной развальцовкой трубки, и штуцер имеет такую форму. Есть еще другая форма, прямая, и там развальцовка внутренняя идет. Вот. Я накрутил новый шланг тормозной, чтобы понять, подходит она или нет. Здесь для того, чтобы открутить вот этот наконечник со штуцером, нам необходимо сначала этот штуцер открутить. Он у нас здесь на 10. Вот он сам по себе. Здесь у нас штуцер слизан, поэтому мы, когда будем доставать тормозной цилиндр, вместе с ним и потянем всю эту трубку. Ну вот тот самый момент, тормозной цилиндр освободили, сейчас его будем доставать вместе с нашей трубкой. После того, как мы напильником сделали на штуцере раз грань и два грань, то есть сделаем две параллельные грани, для того, чтобы можно было зажать в тиски. Тиски мы зажали, достали из цилиндра поршни, и один, и второй. Теперь можно спокойно плоскогубцами брать и отворачивать. Здесь тоже, как видим, у нас конец завальцован, точно так же, как и второй штуцер. Вот наши два штуцера параллельно показать, на самом деле, два конца. И на трубке, получается, заднего правого колеса, трубки, подающей тормозную жидкость, равна 400 мм. Вот наша новая трубка. Здесь у нее метрическая резьба 10 на 1. Когда у нас такой концевик, то у тех, кто обычно продает на рынке, спрашивают, папа или мама. Так вот, именно такой называется папа. А вот куда мы уже будем вкручивать, называется мама. И шланги бывают разные. Вот.
Вот если, чтобы не ошибиться, может быть такая вот система, когда у нас мама на одном конце, да, и в шланге тормозном будет идти вот такой вот разъем. И мы, получается, саму трубку на шланг будем таким образом накручивать. В данном случае у нас и с одного конца, и со второго конца идут папа-папа. По каталогу Deo Matisse, вот эта вот трубка тормозная, она должна быть 300 мм длиной. Я снимал, замерял старую, она 400-ка. А замен брал на 350. Диаметр у нее 4,8 мм. Вот. Развальцовка наружная. Нужно обращать внимание, какая там система. То есть мы когда будем вкручивать, у нас сама трубка, вот эта вот часть, будет упираться вот в тот выступающий бортик внутренний. На рынке они все в основном идут ШТМовские. Какая бы там длина ни была. Привозят они их из Польши. Брал с собой специально тормозной цилиндр. Для того, чтобы по месту проверить, подходит или не подходит. Еще раз напомню, что резьба здесь М10 на 1. На это у них защитные колпачки. Колпачки эти даже удобные, когда мы снимаем, выкручиваем, к примеру, трубку из цилиндра, да, для того, чтобы заменить цилиндр. Колпачок одел для того, чтобы у нас жидкость тормозная не выливалась. Ну вот, собственно, сам цилиндр стал как родненький. И здесь у нас кондрогайка.